Итак, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Сегодня для вас расклад для всех знаков зодиака на неделю. Козероги, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре. Паске, сори. Козероги, короче, для вас, для тех, кто в поиске, очень высока вероятность на вот этой вот неделе ближайшей найти молодого человека или вторую половинку. Вы можете в кого-то влюбиться, либо кто-то влюбится в вас. Очень высока вероятность. Что касается просто даже любовной тематики, здесь есть появление какого-то рыбы, рак, скорпион, дядька. Очень высока вероятность, если его нет. Для тех, кто в паре, здесь все прекрасно. Единственный момент, вам нужно перестать думать, что у вашего молодого человека кто-то есть, потому что вам кажется, там реально подруга или друг. Ну, просто хорошие взаимоотношения с человеком. Что касается тех, кто в ссоре, здесь очень высока вероятность на примирение по принцу жезлов и силе. То есть вы найдете взаимопонимание и гармонию, чтобы найти общий язык с человеком, чтобы с ним примириться. Человек сам помирится, но он будет очень жестко это делать, как-то очень неприятно, возможно, давить, что вы не правы. Но если кому-то из вас это нужно, это примирение, вы можете все вывести на силу, то есть на дружбу. Дружба, мир, любовь, жвачка. То есть на вот такой формат. В плане работы, если вы правильно соберете людей за собой, у вас тоже очень высокая вероятность собрать куш, потому что на этой неделе вы звезда. Очень выгодная, прибыльная неделя, где вы можете, если кто-то из вас блогер, популярный человек, именно возвыситься, стать лучше. Кто просто работает, да, чем-то занимается, то вы тоже будете на пике, опять же, если вы сможете правильно организовать людей. Дева, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске, в ссоре. Так, девы, у вас в плане любви очень много работы, у вас какая-то ответственность, очень много надо делать, как-то не до любовной тематики. Для тех, кто в поиске, вы будете, вам будет что-то очень плохо ломать голову из-за того, что человек вас обманывает и лицемерит перед вами. Вот такого человека вы можете встретить, либо вы это осознаете о том, кто уже есть в вашем окружении. Для тех, кто в паре, здесь у вас шестерка пентаклей. Это говорит о том, что нужно взращивать семейные ценности, чтобы у вас все было нормально в отношениях. Продолжать работать, но взращивать именно семейные ценности. К чему мы идем, к чему мы придем, что из этого получится. Для тех, кто в ссоре, вам здесь нужно колесо фортуны, удача на вашей стороне. Без всяких ваших любимых манипуляций вы сможете решить все вопросы. Просто прекратите ставить человека в рамки, либо говорить, вот будет так, либо так, либо так, либо так. Хватит манипулировать или говорить, если так не будешь делать, то вот я тогда от тебя уйду. Поспокойнее, просто объясните свою точку зрения. Удачи на вашей стороне, вас услышат, вас поймут. В плане работы у вас уходит человек, который отрезал ваши финансы, либо влиял как-то на ваш денежный канал. Кто-то вам его отрезал, либо делал привороты на деньги, у кого были проблемы с деньгами. Будет все потихонечку налаживаться, потому что общим фоном у вас выходит отшельник. Это говорит о том, что я сам мудрый человек, умный, с опытом, и я сам вершу свое будущее или сама. Тельцы, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, поиски в ссоре. Так, для тех, кто в паре, тельцы, у вас очень хорошая неделя для кекса, эмоций, каких-то поездок. То есть вы наконец-то получите то, о чем вы очень долгое время мечтали, то, что вы хотели, вы это наконец-то получаете в полной мере, как нужно, вот, как и задумано. Для тех, кто в ссоре, здесь вы будете страдать от того, что вы тратите нервы, эмоции, кто-то деньги на человека, не знаю, для алиментов, либо для того, чтобы наладить отношения с каким-то человеком. Это все будет бессмысленно, абсолютно затяжено, и я не советую дальше вообще продолжать общение с этим человеком, как-то мириться. Для тех, кто ищет пару, у вас тут ничего не получится, потому что... Нет, вы победите, но и тот человек тоже победит. Здесь не будет победителей и проигравших, то есть просто разойдетесь на мирной ноте какой-то. Здесь будет либо жена у человека, либо женщина очень давно, девушка, либо любимая девушка уже очень многие годы.
То есть вы будете как третьим лишним или третий лишний. Разбитое сердце здесь. Даже не сразу оно может быть, а через время. Через 5 месяцев, 5 недель, 5 дней. Здесь вам разобьет сердце человек, который встретится на этой неделе, либо который уже есть в вашей жизни, что вы такие: о, это он. В плане работы у вас король жезлов. Это говорит о том, что действуйте как можно быстрее, активнее, потому что есть человек, который может действовать намного быстрее вас, который метит либо на ваше место, на ваши финансы, либо на ваше благополучие. Человек, который хочет получить все то, что есть у вас, есть он. Ну и, конечно же, прекратите ждать у моря погоды, действуйте, потому что на вашей стороне правда, у вас все получится, и карты говорят, что все будет хорошо, просто уже начни что-то, пожалуйста, делать. Уже принимай усилия, у тебя все получится, мы на твоей стороне, правда, на твоей стороне. Водолеи, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске, в ссоре. Ой, для тех, кто в паре, здесь вообще жесть, потому что тут как будто поездки какие-то, но ничего не улучшается. Либо какие-то проходки, какие-то путешествия, какие-то мероприятия, либо ваши попытки приехать к человеку, наладить контакт, оно все не увенчается никак успехом. Так и будет, потому что человек не ваш, и пора от него отказаться. Для тех, кто в паре, тут иллюзии, для тех, кто в поиске, тут иллюзии. Это говорит о том, что вас будут пытаться обмануть, потому что человек не готов к серьезности какой-то, к отношениям и вкладываться в вас. Я не советую начинать отношения с этим человеком и вообще искать отношения на этой неделе, потому что у вас еще и общим фоном башни разрушения. Слава богу, это не касается работы. И для тех, кто в ссоре, здесь окончательная точка, причем вы будете стараться, либо вы к нему поедете, либо он к вам. Здесь какие-то прям чувства, что все закончилось, победа. На самом деле нет. У вас здесь еще очень много разногласий, и как вы их решите, не факт. Но общим фоном для тех, кто на этой неделе пытается примириться, что на этой неделе, по крайней мере, 100% не получится, и долго еще ждать примирения. В плане работы у вас все прекрасно, начальник на вашей стороне. Но денег у вас получится заработать 50 на 50 немножко и выкрутиться 50 на 50. То есть кто хочет заработок крупный, не на этой неделе. Весы, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске, в ссоре. Так, для тех, кто в паре, у вас здесь нужно забыть какого-то бывшего, который мешает вашим отношениям, вашему развитию, вашим мыслям, концентрации на том, что есть здесь и сейчас, вашим там любовной вашей тематике человечек мешает. Нужно прощаться с тем, кто вам мешает жить. Для тех, кто в поиске любви и отношений, на этой неделе вас, конечно же, похвалят, скажут, какая вы пиздатая, охуенная, но любви как таковой не ждите, потому что вам обязательно скажут, что не хотят серьезных отношений, либо денег не будет у человека. И для тех, кто в ссоре, здесь еще больше обид, то есть как бы человек может извиниться, либо принести извинения, что ну ты говно, ну давай помиримся. И вы просто можете за этим побежать, пойти и сказать: да-да-да, конечно, давай помиримся. Но это ни к чему не приведет от этого, никаких плюсов не будет. В плане работы у вас падает, ну, кстати, знакомство есть с рыбой, рак, скорпион. В плане работы у вас падает еще очень долго идти к крупному заработку вам. Но вам нужно еще отвлечься, вы как будто не ту дорожку выбрали. И вот вы приводитесь, идете и горбитесь, и вам и тяжело, и вы вот прям что-то не то. Вы не туда идете, лучше на личный расклад приходите. Близнецы, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске и в ссоре. Так, близнецы, у вас на поиск любви выпало наконец-таки долгожданное ожидание человека, но он будет 50 на 50 то, что вам нужно. То есть не совсем то, что нужно, но и не фу, но и как бы не то, что я ожидала. Для тех, кто в паре, все вообще замечательно, лучшие времена подходят уже, и у вас свидания, и романтики, и кекс хороший, и семья полноценная, и укрепление семьи, и все будет только лучше. Для тех, кто в ссоре, вы идете в прошлое, которое никогда не изменится. То есть, если вы хотите поменять негатив, который был в прошлом, он не уйдет. Вы только просто усугубляете, идете туда же, и будет дальше только так же и хуже.
В плане работы у вас поступление денежных средств, накопления какие-то, либо вам кто-то просто даст денег, либо вас кто-то отблагодарит, вернет там что-то. Здесь очень выгодно как-то все. И еще на этой неделе совет от карты вам не бороться с чем-то, потому что это бессмысленно будет одному в особенности. Вы как будто без знаний можете букануть на кого-то, но из этого ничего хорошего не выйдет. Рыба, любовь, работа, общий фон. Для тех, кто в паре, в поиске. Сори. В поиске вот все классно, но луна — это будет либо наркоман, либо алкаш, либо абьюзер какой-то, либо токсик человек. Потому что, да, общим фоном у вас выходят свидания, и даже встреча с каким-то человеком из прошлого. Это может быть друг или бывший молодой человек или девушка. Но здесь больше как бы... К вам будут проявляться, да, но будто не ваш человек, это не конечная точка. Да, на этой неделе могут быть шуры-муры, но это не то, что вам нужно. В плане работы у вас все круто, все классно, у вас все налаживается, либо вы прям будете чувствовать даже какую-то власть. Для тех, кто в паре, у вас тут верховная жрица, либо тут появилась любовница, что на что намекают карты по луне и верховной жрице, либо здесь какое-то... Какие-то очень большие, жесткие тайны, о которых вам надо бы знать, иначе бы вы вообще не могли бы не вступить в этот брак и не общаться с этим человеком. Для тех, кто в ссоре, вы ищете. Человек ищет выгоду и варианты, как ее из вас извлечь. А вы ищете варианты, как помириться полюбовно с человеком. Делайте выводы. Раки, любовь, работа, общий фон. Для тех, кто в паре, поиски, в ссоре. Для тех, кто в паре, у вас долго еще будет продолжаться какое-то дребячество со стороны вашего партнера, у вас еще долго будут не очень хорошие отношения, потому что человек не хочет расти, не хочет становиться серьезнее, либо не делает как бы то, что нужно для семьи, для серьезности. Для тех, кто в поиске, на неделе вы никого не найдете, хотя будете максимально усердно это делать. В плане работы вам надо будет вспомнить что-то из прошлого, что вы забыли, что нужно для... Вот нынешней работы сейчас, чтобы добиться успеха. И для тех, кто в ссоре, вы помиритесь, но вообще очень как-то легко, и вы будете удивлены, почему нельзя было так сделать раньше. Скорпионы, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске и в ссоре. Для тех, кто в поиске, разочарования не будет, но вы женщина, которая очень, в смысле, женщина, либо мужчина с женскими энергиями, вы очень не настроены к отношениям, не готовы, вы как-то агрессивны, и вас как будто чему-то учат одиночество, либо специально освободили от отношений, чтобы вы чему-то научились, а вы как будто не учитесь, а наоборот хотите уже выйти из этого состояния, оно вам не нравится, вам наоборот нужно извлечь урок, иначе вам попадется... Тоже негативный опыт, выгода какая-то, либо рабочий какой-то коллективный опыт с человеком, но не любовь. Как хотите. В плане работы ваш начальник будет вас очень сильно угнетать на этой неделе, либо вы сами будете там угнетаться. Ну, типа, здесь идет уход даже с работы, либо уйду-ка я на перерыв, потому что что-то я устала. Как-то вот все очень плохо будет по работе на этой неделе. Для тех, кто в паре, здесь у вас шанс дают вам на новую жизнь, но так будет оставаться третий человек в вашей паре. Для тех, кто в ссоре, высока вероятность на примирение, причем с помощью левых каких-то третьих лиц или алкоголя. Львы, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске и в ссоре. Для тех, кто в поиске, вы здесь можете найти человека на тусовке, мероприятии увеселительном. Здесь бухара, здесь прям вот тусня, прям веселуха какая-то. Там вот вы можете встретить человека. Но по справедливости это приведет, может привести к серьезным отношениям и даже браку. У вас какой-то даже новый этап начинается на этой неделе, львы. Для тех, кто в паре, здесь уход из отношений. Вы расстаетесь, потому что так нужно, время пришло уходить. Для тех, кто в ссоре, тут только хуже, потому что здесь либо у вас, либо у вашей партнерши уже есть кто-то, либо здесь очень как-то много ран нанесено, травм, что человек не согласится на примирение. Для тех, ну вот в плане работы, да, кто...
здесь крупное поступление денежных средств, в особенности, если у вас там подружка или знакомая есть по работе рыба, рак, скорпион, либо начальница рыба, рак, скорпион, либо начальница любимая какая-то женщина любого знака зодиака хорошая. Овны, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске и в ссоре. Для тех, кто в поиске, вы будете бороться за человека, но не манипуляциями. Видимо, вам так сильно понравится, что вы будете прям выбивать его из чужих рук. Вот. И у вас падает на любовь принцесса Пентаклей. То есть у вас будет тормознутость какая-то на этой неделе в поиске партнера или партнерши. Для тех, кто в паре, здесь возобновление какое-то у вас в плане снова там какой-то букетно-конфетный период, отношения, там свидания какие-то, ну то есть новшества. Будет дальше только лучше, дальше больше. Для тех, кто в ссоре, сила. Это говорит о том, что ваши отношения укрепятся, и вы помиритесь. У вас уйдут вот эти манипуляции и негатив. И в плане работы у вас состояние выходит из подвешенного, вы хоть поймете, куда действовать, что делать, и вообще правильно ли вы на той либо работе, и все ли вы правильно в этой жизни делаете. Стрельцы, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске и в ссоре. Стрельцы посадили себя в зависимость от человека, в которого влюблены, в особенности от водолея, весов, близнецов, либо кто с бывшими сошелся, либо рыбы, раки, скорпионы, либо козероги, девы, тельцы. Потому что вот здесь какие-то негативные моменты будут в плане поиска, например, отношений, и вы очень посадите себя в зависимость от человека, стрельцы. Вы прям будете погружены в человека, вы не будете видеть выхода из ситуации, потому что вы будете очень сильно влюблены в человека. И здесь идет как бы, блин, я влюбился или нет. Вы уйдете даже больше себя, кто-то в депрессию, кто-то в какие-то странные состояния. В плане работы у вас денежное поступление, но сразу вот вам деньги поступают, не спешите тратить, потом у вас начинается трэш-контент, потому что у вас деньги будут на спад идти, вам надо накопить. Для тех, кто в ссоре, вы помиритесь, если только это ваша бывшая жена, либо серьезные отношения с женщиной, тогда помиритесь, есть вероятность. Но если вы начнете действовать наконец-то, тогда помиритесь. В остальных случаях нет, вы просто зависимы от человека, отойдете и все. Для тех, кто в паре, здесь новые проекты, совместные проекты с молодым человеком, либо хорошие советы супруги или супруга, или парня, или девушки. Так, моя хорошая, под личным раскладом писать на рекламный аккаунт. Всем пока!